здесь, еда, аптечка. Ну, блин, хорошо, что у меня бокалы. Так, что тут? Можно тут взять? О-о-о-о! Кто это? Кто это? Так, это ваш отряд, да? Найти, добавить друга. Ага, добавить друга. Если у меня был бы друг. Ладно, идем дальше. Нажмите минус список друзей. Да-да-да, но друзья, короче, тут мне это не интересно. Идем дальше. Депутат Владимир Ильич. Здравствуйте. Это Ленин, что ли, или что? Да, в натуре. Живой, да? Прикольно. Ой, хрен, что такое? А, это игрок, все, да, в натуре. Бледный. Видимо, где-то заначку нашел. А, почему дымится? Это кто? А звук вот так работает? Наоборот, вот так не работает, а вот так работает. Ну ладно, это тоже, что я протираюсь. Не бегай по грядкам, говорила мне бабушка. Так, ладно, что мне надо сделать? Джей? Так, я не помню, у меня что так много квестов, да, где мне расслабиться, просто ходить, искать, что тут, что и что это, попить. Ну, попьем, раз можно попить. А как я понимаю, что у меня вот еда, там, что вот это? А ПВП, ложка, это что, типа, мне надо покушать или что? Не-не-не. Так, давай все постепенно, в общем. Призрак колдуна. Да что они все бледных-то выбирают? Или я тоже, блин, посмотрим. Пролог пограничный. Записка от проповедника, да? Ну и чё? А, это карта такая? А чё она такая? Она такая маленькая, что ли? Или это только то, что доступно мне? Вы получите, ничего не получите. Ну давай, попробуем. Почему я не могу это отслеживать? Я не понимаю. Секундочку. ЖД станция лесная. Подожди. Чё от меня хотят-то? Станция лесная, да? Ну... Станция лесная. Что еще? Сводно добыча, с которой забрал проводник, не был отмечен ни на одной из карт. За время нашего пути на его территории встретились явления, похожие на аномалию. Труп человека, и это загадка. Загадка? Загадка? Тут даже загадка. Тут даже букву пропустишь. Это тоже загадка. Загадка, ключ. Средство выведения радиации. А, так это Чернобыль. Ёлки. Сисуна здесь не будет? Ой, Сисуна. Суперсуса. Суперсуса здесь не будет, надеюсь? Что здесь? Ну да. Не хотелось бы с ним. О, это что, развитие? Развитие персонажей есть? А что тут развивать-то? Мы же просто тут воду грязную пьем. Грязными ходим. Что надо развивать-то, блин? Туалетную бумагу, зубную пасту, блин. И лицо, блин, по утрам мыть. Что здесь развивать-то нужно? Охренеть. Что это? Зачем это? Гороскоп, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, гороскоп. Ладно, секундочку. Так, скорость разделки и обыска. Так, подожди, я тут могу делать, что хочу. Скорость ручной зарядки, да? По утрам заряд увеличит максимальную выносливость. Это бег, да? Выживание, доступность, выживание, защита, рукопашную боль. Защита, ага, если мне будет пиздить, нужно защищаться. Макс, ускорение личного себя. Так, я не понял. Разбор предметов на детали. То есть, это шанс создания всех категорий предметов. Так, это куда это? Мастер обслуживания всех предметов. Так, охотник улучшает обыск и разделка. То есть это типа обыски, да, это сундуки, что-то еще. А это что, боец дыхания? Дыхание? Это, наверное, при стрельбе, скорее всего, надо. Ага, это тоже нужная вещь. Типа потеря всех предметов. Выживание мутит к пищевым отравлениям. Ну вот это тоже. Наверное, за вампиром, наверное, вот это прокачал бы вот так вот. Потому что это прям как отравление пищи пятого голод. Противление всех всем видам. А то, блин, без этого вообще лопухами приходится вытирать жопу. Так, а это что? Выживание с противлением всех видам эффектов. Эффектов. Какие эффекты здесь будут? Старен такой. Да ладно, короче. А это что за тип? Син слово. Усин слона, чё написано? А, никто не берет. Так, а у меня будут метки или я чё, я буду просто... Давай... добавим метку, да? А, даже у нас азимут-то есть или чё? Покажите мне азимут. Тут азимута нет. Ну, хотя бы компас есть. Подожди, а как я идти-то буду? Я не понимаю же. Ладно, ладно. То есть мне нужно вот так же, что? Подожди, а как я, блин, подожди. Как я буду человек, как я... Я потерялся, короче. Ёлки-палки, ты берешь ты, блять, эту. По дороге пойдем или через вот это. Через леса, болото и всякую хрень. По дороге опасно идти, потому что там постоянно идут люди, которым впадло идти по лесу. Да и засады на дороге будет, потому что все ждут что-нибудь конвой какой-нибудь, кто перепасы перевозит и т.д. и т.п. Значит, по лесу идти здесь транспорта не будет. Блин, ну тут немножко, конечно. Ну ладно, это просто докопалось. Если... Пойдем по дороге. Потому что у меня есть наган, который я думаю, что не успею достать. Даже прицелиться. Ну да, это слишком долго. А я здесь могу что-нибудь достать? Этот ящик?
который пиво 24 больше, чем я. Охренеть. Бля, я могу жить в этом ящике. Так, здесь что-то есть. Так, это радиация. Обычно такие знаки ставят, чтобы предупредить о радиационных опасностях. Спасибо. Ну, пока смотрится прикольно, но... Ну... Так я могу... А, у меня радиация 33 секунды. Это что значит 33? Это... А, зеленый это радиация. О, здравствуйте. О, у нас есть для ромашки для девчонки. Встретим девчонку, сразу ромашку и подарим. Чего нет-то? Почему нет? На, здесь, конечно, выносливость. Так, это тоже зона. Так, секундочку. Ну, слушай, не такая карта-то большая, я вот уже... Так, я могу посидеть? Подожди, как будет быстрее восстанавливаться? Мне не сказать, что значит подняться. Кто это? Мы с типом одно и то же дело делаем. Камень бросаем. Прикольно. У меня такой рюкзак. Нагана. Так, секундочку, надо посмотреть карту. Ну, так и бежим, короче. Справа будет. Березки. Сейчас заберу суп на Жигули, блядь. Меня сбивает. Это будет фейл, конечно. О, у меня в нагане патрон нету. Вот это я вышел, конечно, в зону. Так ни одно не могу понять. Зачем сталкеру оружие? И там пчелась. Сака, кто это? Тихо, 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 тихо. Давай притворюсь, типа я потерялся. Здорово, друг. Так, точку возрождения. Так, давай-ка. А, то есть я даже все заехать, зайти не могу. Здорово. Здорово, бля, эта стрелочка меня будет выпаривать, короче. Я так понимаю, что он очень адаптирован. А, ничего страшного. Что ты, банки, что ли? Что это? Самогоны, что ли? Ну да, телевидение. Ой, иконки. Здравствуйте. Очень наш, да, и все дела. Все дела, все. Мы крещенные, нам можно. Так, что тут? Петля какие-то. Тут вообще ничего не видно. Небо видно в хате.